escuta nossa putaria aqui, ó. Duvida não. Se passa nele. Volta, Ana. Ты хочешь посмотреть моя новая игрушка? Фонарик. Did you have anything to drink today? Друзья, всех приветствую! Вы на канале Мажор Лос-Анджелес. Мы сейчас встречаемся с нашими знакомыми. У нас сегодня, по-моему, если они... Все, давай. В нашем стиле мало будет разговора. Малибу? You're going to Malibu? No. Мало будет разговора, побольше движа, побольше дрифта. Не, нельзя каждый день смотреть. У вас твиттер-сцена вроде не, нет там. Passenger Queen. How do you say, is everything normal with the M3 now? Blonky or not blonky? Blonky, poke, linky and then setting or no? Белая yeah, M3 or red green? Блонки поставим стоковый. Потому что у меня в планах сейчас другой автомобиль, который, мне кажется, вам понравится. Не буду говорить, какой пока что. Балагана. Бля, какую машину он купит, интересно? Короче, да, едем сейчас к ребятам. Как я и сказал в начале, мало будет разговора. О, давай. Что это Малибу? Ну, нас же дрифтом не удивить, брат, мы с Японии. Часай. Наруто. Давай, Альберт. Альберт, громко трек. Трек громкий. Нихуя не слышно. О, Малибу. Давай, давай. Познакомим вас с нашими друзьями. Кто захочет, бля, у меня нет друзей. Кто не захочет, будет в машине. Можно yes. подрифтить твою машину? Нельзя. Почему? Почему? No, of course you can, my friend. Да, ты можешь. Конечно. Но Мишель сегодня будет дрифтить не мою машину. Мишель сегодня будет дрифтить M5 KS. Опа! Fuck, Nara, that's the... It's чуть-чуть... How do you say scary? It's страшно. Страшно, потому что я не знаю, он... Знаю, но... будет M5 KS-ка, пацан... Пацану 19 лет. Хороший охуеть. Пацан, а? Хороший пацан, но по-русски он не говорит. По-русски не говори? Нет. О. Он был не с нами. Мишель легенда кого-то пиздец русскоязычный. Да, я вам сказал, что он расскажет, если захочет. If you want to. What happened? Why you were not here? I got into a terrible accident. Бля, соскучился по Мишелю. It's okay, recovering now. Он говорит, сейчас скоро восстановлю свой E60. Да, все нормально, Chevy нормально, M3 нормально, но M5 не нормально. Покажи! M5 до сих пор не починено. Yeah, but there is work gonna be done on the CLS, so I'm gonna be busy with that. You guys gonna see the banan coming back soon. Да, он на E60 в аварии попал, охуеешь. And after the banan, hopefully, gonna start working on the E60. Got the parts and everything. We're gonna swap the clutch and flywheel for the 5th or 6th time now. And yeah, поехали. Увидимся на следующей локации. Давай, шмар. Smash, smash, smash. Залетаю смерчем. Оу! Хотят разъебать. Блять, вот я про нее говорил. На мне сидит акул. Бля, да ну нахуй. С люком. Охуеть, она красивая, брат. Нахуй я сейчас это увидел? Охуеть. Считай, залетаю смерчем. Хотят разъебать гэнг, но глечер. Ты прошел так много, я смотал столько же стреча. Последний Apple. Видос смотрим. Хотят купить, скажи им, таких денег нету. Ой-ой-ой, черная тоже красивая. Клиенты, то, что я их проводник. О, осуждаю. Как оставаться индепендент. NGG Entertainment. Теперь нужны бриллианты на правом и на левом, чтоб они были размер. So, everybody together? Поехали. Time to hit the road. Road is road. Drive how you want. Let's get it. А так и диски мне нравятся. Брат, по-любому этот видос, что увидишь, Альберт, по-братски. Ебаните на какую-нибудь F90 серую мои номера злой 39, пожалуйста. И я сделаю рилс, выложу по-братски в Америке. Умоляю, вот на эту F90. Ебаните номера злой 39, по-братски. И, блядь, я выложу рилс, ебать, моя машина в Америке. Блядь, никто не удивится, что я долбоеб даже в Америку попал. Да,
Да мне этот фудов не нравится. Написали этот трек для всех крутых дискотек, для полу открытых клуб. Если везет, то не отпустит этот песен. Блядь, 90 какая красивая. Ой-ой-ой, дыма, дыма. Бля, Тамаев молодец. Жил в Америке. Ай! Ебать близко. Ебанутый тип. Ебанутый тип. Ой-ой-ой. Ой, красиво как. Фон не работает. Почему не работает, блядь? How is it? Почему ты не дрифтишь твою F80, а? Я дрифтить мою F80. No, that was me driving. Why are you telling Shut me? Shut the fuck up. Shut the fuck up, Макафо. Joking, just joking. Все, поехали, you drifted, let's go. One more time? Ryan! Yeah? So we're not doing it? Моей уже хана, брат. Что? Моей уже хана. Ты не хочешь? Пойдем, пацана, пойдем ребятам привет скажем. Близнецы здесь, близнецы приехали. Mm. The twins. No, they're not in the camera yet? I have a clip of Dalloway. So давай, let's go say hi to them. Ох, осуждаю. Вот он. Альберт, what's up? Мы только что приехали. Люди, всем привет. Посмотри на M5 и этот гайд. Здесь кто-то по-русски говорит? Да, два пацана. Кто? В белой майке с Адамом приехали. Окей, а еще кто? Друзья его с работы. Они говорят по-русски. Я сейчас познакомлюсь с ними. Бля, он легенда, Мишель, отвечает. Блядь! What the fuck? They didn't put the screws on the door. Блять, легенда ты. Сука, легенда Миши. How does it feel? Amazing. Вот, все, он поставил обратно. Болт не закрутили, который в ручке. Болт. Ну вот и все. Болта нету. Там в ручке один болт и один под вот этой ручкой. Посмотрим, попадет ли Завина машина сейчас. В Auro Coach Works после Мишеля Рук. Всем привет, Серега. Вот она, красавица. Кунка. Блять, хорошо. 360, да? Ой, хорошо. Форсаж Лос-Анджелес. Батя нам, блядь, на вкус бьет. Хорошо ездит он. Это недорогие фары, которые без лазера. Я хочу такие же диски. Пишу Альберту. Вы сейчас находитесь... Брат, здорово, я смотрю видос сейчас ваш. Там есть серая F90, брат. Можешь, пожалуйста, мне ее диски сблизить, сфоткать? Я хочу такие же поставить по-братски. Пиздец красивые. Так, смотрим, как... Мишель будет на ней давать. Вот такие диски хочу. По-моему, копы приехали.
Европой приехали. По-моему, да. Слишком, слишком. Вот она наша приманка. Не, 90, потому что включены габариты. Пошел! Вот она, ДКТ. Бать, они ебашут. Ну вот белая F90 ей не подходит сейчас. Скинул. Бля, хорошо дают они. Почему мне не пойдут, если две такие же одинаковые тачки? Это золотые, видишь, это хром. Это Ашерье, да. Ну, вот сейчас он меня скинет, посмотрю, как будет. Хорошо. Бля, вот такой контент мне нравится. Знаешь, просто смотреть дрифт, как они ебашут. Блять, красивая черная, это знаешь, F90. Бля, вот эта F90 черная. Но как будто ей не подходят эти фары, понял. А тут еще одна черная есть, если я перепутал с карбоновым диффузором. Знаете, выхлопы. Знаете, 340, ебать она дудосит. Вот они, блядь. Ну, блядь, смотри, они как-то уёбищно выглядят, знаешь, сейчас. Чисто акула едет, смотри. Это Лос-Анджелес опять. Зайдите, поставьте им лайки, брат. Это наши пацаны, они охуенно делают. Мы их уже давно смотрим. Вот, видос. Как видите, больше никого шины нету. N4 поехали, брат. N4 поехали. Камеру на туда, на меня обратно, еще на туда. И выключи, брат. Короче, у всех шины закончились. Завтра с утра поедем менять резину. Кстати, у них мишки по $200. Завтра с утра поедем. Спасибо, что сказал, как ты, брат. Все нормально с тобой. Все, опа. Не думай, это кал, брат. Ребят, короче, мы на сегодня закончили. У всех закончилась резина. Едем сейчас. Бля, Альберт, брата, есть фотка, как выглядит Мишеля Е60 разбитая. В нашем месте, где мы обычно это делаем. И завтра уже утром, думаю, чуть пообщаемся. Может, пойдем где-нибудь перекусим с утра. Увидимся завтра. Нам ехать домой 20 минут. Блядь! Опять разбил! Да ты заебал! Брат, он ее за полгода 4-3 раза разбил, блядь, 2. Да ну нахуй. Заебал уже, ну брат. Как так, блядь? Вот, ребята, собственно, причина, по которой этот влог задержался примерно на неделю. Я бля, уже даже устал. Не знаю, что сказать. Ты заебал, брат. Просто нету слов. Как говорится, третий раз был финальный. Сработали все подушки с той стороны, руль под ногами тоже. Вот такая вот ситуация. М3 больше нет. Я думаю, даже не думаю, я знаю, что уже ее смысла спасать нету. Этот автомобиль уже окончательно от меня уходит. Пойдемте в нее сядем. Блять! Дофига вещей внутри. О! Ужас, как тут жарко. У нас в LA просто невыносимая жара. Вот так вот, короче. Печально. Бля, брат, ты опять М3 разъебал. Продай ну ее нахуй по-братски. Что можно поделать?
Блять, заебал Альберт. Не буду вбиваться в подробности, что именно произошло. Как было, блядь? Просто скажу то, что... Да, очередное ЧП, очередная авария. В этот раз уже финальная. Машины больше нет. В течение, я думаю, нескольких дней ее заберут на аукцион. Планировал, как и говорил в начале этого влога, ее продавать. В течение недели я должен был продать эту тачку. Мы уже снимали пленку, то есть собирались снимать пленку, ставить ее стоковый выхлоп. Но получилось, как получилось. Как я и говорил, пока не будем вбиваться в подробности. Думаю, что в будущем мы еще вернемся к этой теме. Барса, привет, брат! Что произошло, почему машина сейчас в таком состоянии. Но пока что только могу сказать, что все. История этого автомобиля, к сожалению, закончена. Слава богу, она заебала уже. Я не расстраиваюсь, дальше только больше. Честно, блин, вот такое ощущение, что на ней какая-то проклятие. Просто вот в промежутках нескольких месяцев с машиной что-то постоянно происходит. То у нее проблемы перегрев, с двигателем, да. То у нее аварии просто одна за другой. Забирали ее два раза уже на штрафстоянку. У нас ни один автомобиль, вот... Мишель уже, сколько, четвертый год он владелец своей Е60. У него не было ни одной такой, слава богу, ситуации. У ребят тоже, я не знаю. И у меня это не то, чтобы там я плохой водитель. Вы знаете, что некоторые из моих аварий были сделаны не мной. Не тобой, да. Просто вот, просто у этой машины полоса неудач. И вот с момента покупки до сегодняшнего дня, финального ее дня. Не знаю, почему так, но что есть, то есть. Конечно же, обидно. Я пришло. Очень хотел сделать из этого автомобиля такую историю. Почему решил ее продавать? Вот о чем я хотел поговорить в следующем нашем видео перед ее продажей. Мы должны были снимать на следующей неделе ролик про ее продажу. Мне вообще вот этот кузов М3, он маленький. И я планировал брать что-то побольше. Скоро вы уже увидите мою новую машину, та М2 новая, которую вы уже видели на нашем инстаграме, если вы подписаны на наш инстаграм. Это не моя тачка, эту машину я взял своему родному брату. Молодец, плюс рэп. Тот парень на видео, это мой родной брат Артур. Плюс в следующем ролике вы с ним познакомитесь, я вас с ним познакомлю, плюс расскажу рэп. Про него, про нас, про то, как мы переехали в эту страну. И дам чуть-чуть мотивации, пацану 19 лет, и он ездит на новой М2. Но не суть. По М3 все, да, это последние пару дней она будет с нами, и ее уже забирают на аукцион. Вот такая вот ситуация, ребят. Извиняюсь заранее, если этот ролик выйдет не в тот день, когда мы запланировали, потому что с этим всем надо разобраться. Много дел по работе, и теперь еще и вот этот головняк с этим автомобилем. Ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Мы хотели все сделать в нашем старом таком стиле. Меньше разговора, больше дрифта, больше движухи. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Как я и говорил, у нас новая тачка М2 G87. Я знаю, не всем из вас нравится этот кузов. Я тоже был такого мнения не очень об этом автомобиле, пока я его не поводил. Увидите, что эта тачка вообще может. Пообщаемся с ее владельцем. Ну и, как обычно, устроим движ в нашем стиле. Всем спасибо, всем пока. До следующей недели.